То, что церковь совершает, она совершает не ради своей корысти, не ради чести, не ради власти, потому что все это понятия человеческие и нередко греховные. Мы строим храмы, возводим монастыри, строим школы только ради одной цели, чтобы к лучшему менялась душа человеческая. Именно из сердца, из души, как говорит апостол, проистекают дурные помыслы. Государство призвано устроять внешние стороны человеческой жизни. Важно принимать добрые и правильные законы, следить за их исполнением, обеспечивать социальную справедливость, экономическое развитие. Все эти усилия служат внешнему материальному благополучию человека. Но если не меняется душа, если из нее проистекают дурные помыслы, то самое замечательное внешнее устроение жизни может быть омрачено и даже разрушено. Потому что помысл дурной может быть воплощен и часто воплощается в конкретные злые деяния. Когда мы творим зло, мы самих себя разрушаем. Мы разрушаем наши семьи. Мы как бы взрываем ткань здоровых человеческих отношений. Мы распространяем зло вокруг нас. А если из души проистекают добрые помыслы, то добром наполняется все пространство вокруг нас. И семья, и трудовой коллектив, и общество, и государство. Вот почему я говорю о том, что церковь занимается самым важным. Она занимается человеческой душой. Она занимается человеческим благополучием с большой буквы. Потому что от духовного состояния зависит и внешнее благополучие.